Всем привет! Меня зовут Марина, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы вместе распакуем большую посылку в канцелярии от магазина Zaka. Ссылку на магазин я оставлю в описании под этим роликом и в комментариях. Обязательно переходите и заказывайте классную качественную канцелярию. Все товары сотрудники Zaka бережно упаковали в фирменные пакеты. Было очень приятно распаковывать. И первое, что я достаю, это пластиковая папка формата А4. Мне понравилась ее градиентная расцветка, и к тому же я очень люблю папки на зиплоках. В них удобно хранить документы, какие-то распечатки и прочее. В следующем пакетике нас ждут прикольные носки, которые производит сам бренд. Я заказала 3 пары с котиками в клубничках, 2 одинаковые и 1 другой расцветки. Носки выполнены очень качественно, нитки не торчат, одним словом, все супер. Переходим далее. Я достаю набор линеек. Мои предыдущие линейки, как вы, наверное, уже знаете, очень старые, грязные, плохо чертят, поэтому я решила заказать новый наборчик. И оказалось, что эти линейки гибкие. Хотя, как только я их достала, подумала, что они выполнены из прорезиненного пластика. Думаю, что теперь эти линейки вы будете видеть в стадии влогах моих очень часто. Я вам не рассказывала, но недавно у меня немного поломался мой кейс для пропуска в ВУЗ, поэтому я решила его обновить и заказала новый. Мой выбор остановился на таком чудесном кейсе с котиком. Он выполнен из другого вида пластика, нежели предыдущий, поэтому думаю, что этот кейс будет прочнее. И на ленточке написано «У меня лапки», что очень мило. На днях я увлеклась скраббукингом и осознала, что у меня совершенно нет декоративных бумажных скотчей, поэтому решила приобрести парочку, и мой выбор пал на 2 скотча. Первый с котиками, а на втором нарисованы чудесные выдры. Оба скотча можете подробно рассмотреть на кадрах далее. Далее достаю очень интересную штучку, о которой хочу рассказать подробнее. Это выдвижной ластик в кейсе. Работает он по принципу канцелярского ножа, то есть выдвигаешь и стираешь. А сам ластик внутри очень даже большой, а это значит, что хватит его надолго. На ощупь он очень приятный и думаю, что он хорошо стирает. Еще я заказала карманный калькулятор. Он очень красивого нежно-фиолетового цвета, а сзади есть симпатичная наклейка с рисунком в стиле Zaka. Кнопочки очень удобного размера, им приятно пользоваться, а сам калькулятор работает от солнечной батарейки, как и все калькуляторы. Думаю, этим калькулятором я буду пользоваться еще не раз, поэтому вы обязательно увидите его в следующих видео. Похожая лапка у меня уже была, но из другого магазина. Мне очень понравилась эта серия, в особенности замазки, поэтому я заказала еще одну про запас. Кстати, я уже попробовала ей позамазывать, и качество меня порадовало. Лента крепко держится на бумаге и не отклеивается, поэтому однозначно могу рекомендовать к покупке. Переходим к канцелярии. Я заказала несколько ручек и 2 механических карандаша. Начнем как раз с них. У них приятный на ощупь матовый корпус в голубом оттенке. Грифель толщиной 0,5 мм. Ручки градиентные, внутри них стирающаяся паста синего цвета. И в отличие от большинства стирающихся ручек, я не сразу поняла, что ее можно стирать, потому что выглядит она почти как обычная синяя ручка. И только на моменте распаковки я поняла, куда их можно применить. Я решила писать ими все письменные работы по-китайскому, так как там чаще всего возникают случаи, когда надо что-то исправить или переписать. В особенности бесит, когда нужно переписать чуть-чуть один какой-то иероглиф, и тебе приходится замазывать все 4 клетки и писать все заново. Поэтому с этими ручками такой проблемы больше не возникнет. И, наконец, большая разноцветная ручка. Моя ностальгия по детству сказала привет в этот момент. Цвета очень приятные, все стержни шариковые, будет интересно смотреться в бумажных конспектах. Для каких-то акцентов или для определенных понятий будет очень классно использовать. И последнее, что лежало в этом пакете, но не во всей посылке, это вот такой бежевый пенал. У него 2 отделения, большое и маленькое. Сам пенал хорошо прошит, он многослойный, поэтому думаю, что не протечет, если что-то будет с ручкой.
а значок с маленького кармана можно снять при желании. Кстати, на сайте Заки были и другие цветовые варианты этого пенала, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании и выбирайте тот пенал, который вам больше всего понравится. Ну а мы идем дальше. Начинаю смотреть тетради. И первое, которое я достаю, слоуфай девочкой. Тетрадь это на кольцах, обложка достаточно плотная, как и листы в клетку внутри. Все выполнено достаточно качественно, и мне очень нравится дизайн обложки. Следующая тетрадь похожего формата, но с более минималистичной обложкой. Формат тоже большой, это стоит учесть, что-то среднее между А4 и А5, но больше к А4. Внутри также листы в клетку, и хочу отметить, что разметка листов очень аккуратная и не яркая, то есть не будет отвлекать от письма. А еще у этой тетради внутри есть специальный титульный лист, где можно подписать тетрадь, а я такое люблю. Дальше я достаю вот такой планшет. Мне очень не хватало этой вещицы на семинарах, каких-то докладах и даже на выступлениях в школе. С нее очень удобно читать текст, и это выглядит гораздо презентабельнее, чем читать с телефона. И вообще, это самая, наверное, нужная вещь в учебе. На ней даже писать удобно, особенно в аудиториях, где нет столов и писать приходится на коленке. И еще один пенал, который я заказала. Он уже гораздо больше, чем предыдущий и значительно ярче. Как вы видите, он в черно-белую клетку. Этот пенал значительно вместительнее, чем бежевый, который мы с вами распаковывали ранее. И здесь очень много разных кармашков, отсеков для карандашей, ручек, какой-то другой канцелярии. В общем, всему здесь можно найти свое место. Есть две молнии, которые ведут к одному большому отсеку. Наверное, этот пенал, благодаря своему размеру, понравился мне даже больше, чем бежевый. Однозначно советую. Возвращаемся к тетрадям. Я достаю вот такую милую тетрадь с капибарами. Учитывая, что они недавно были очень популярны, эта тетрадь просто супер. Она идет сразу в глянцевой обложке, а внутри белые листы в клетку, формат тетради примерно А5. Следующая тетрадь тоже мемная, можем так сказать, на ней изображен кричащий кот и много букв А. Листов в этой тетради меньше, чем во всех предыдущих, поэтому ее можно было бы завести на предмет, где не часто пишете. Листы эти, кстати, в клеточку, и качество также превосходное. К сожалению, обложки, как у предыдущей тетради, нет, но я думаю, она тут и не нужна, выглядела бы слишком громоздко для такой тонкой тетради. Далее у нас вот такие классные яркие блокнотики небольшого формата. Когда я их заказывала, думала, что это пластиковые кольца. Но когда распаковала, поняла, что они силиконовые. Вы где-нибудь видели силиконовые кольца на тетрадях? Лично я нет. Внутри желтоватые листы в линейку, которые я по-прежнему очень люблю, а обложка пластиковая. Думаю, такой блокнотик отлично подойдет под планер, потому что он небольшой и очень классный. Кстати, куда же я без планера в своем заказе канцелярии? Я заказала небольшой планер в обложке, тоже с котом. Меня зацепило в нем именно то, что внутри страницы специально расчерчены под планер, можно так, наверное, сказать. Есть развороты на неделю, на месяц, есть даже отдельные окошки для аффирмаций и целей. Пару лет назад я искала именно такой планер, но, к сожалению, нашла его только сейчас. Это видео подходит к концу, я очень надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на мои другие социальные сети, обязательно на этот YouTube-канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите ответы на часто задаваемые вопросы в описании. Там же вы найдете ссылку на магазин Заки. И всем пока!